Подконтролируйте область интернационального сектора. Давайте. Дві секунди. Їдемо, перезвонимо. Зробимо, ну, що бачимо, перелите перекриття безпосередньо градується від траншеї, розташована на рівні будинку номер 6. Дана траншея має довжину 12 метрів, ширину 3,2 метрів. В траншеї наявні бетонні латки, в яких розташовані дві траби, паралельно одноводні, розташовані паралельно будинку номер 6. Зі сторони релігійного споруд. Ну, зараз будинку бачимо, та й паралельно. Далі, не знаю. Видно труби від дороги в напрямку двору, з іншого краю траншеї, що межує з дворовою територією, та являє собою ґрунтову піщану поверхню. Місцями порушу рослинності. На проїжджій частині наявні дизельний електрогенератор з номерним знаком переписали, який на чорному фоні поряд знак щодо проведення робіт, напис аварійні на роботи теплових мереж, проводить ТОВ суми теплоенерго, контактні телефони 22-23-39. А при обмірах труби без ізоляції встановлено довжину ізоляції 20-10 мм, при обмірах труби в ізоляції жовтого кольору встановлено довжину... Напишіть, що довжину пола, чи довжину окружності. Ну, пишіть так, окружності. Довжина окружності. Окружності. То воно буде... Труби без ізоляції, труби з ізоляцією, чи як ви там? Ну, і так, вкажіть обов'язково з нанесеним поверхневим слоєм укриття з стеклохолста. Роботи не закінчені. Там можете написати, роботи не закінчені. От при обмірах труби в ізоляції, да. З ізоляцією. 630 мм написано. Да. На ізоляції. На ізоляції. На ізоляції присутній или нанесений. Нанесений. Нанесено поверхневе укриття зі стеклохолста. Це ж говорить о том, що роботи у них не завершені. Це ж, якби вони знали, де вони завершуються, ті роботи. Все, більше нічого? Все. Мені це головне, що указали, що з утеплителями цим стеклохолстом. Тобто стеклохолст показує, що роботи вони завершили. Тобто вони вважали, що цього достатньо. Зараз дочитаємо те, що написав. Так. Даже, написали, що це в окружності, при обмірах труби в ізоляції, жовтого кольору встановлено довжину 630 мм, в скобочках в окружності, на ізоляції нанесено поверхневе укриття із стеклохолста. Труби обмірялися в траншеї на рівні будинку номер 6 по вулиці Інтернаціоналістів міста Суми. Все, більше нічого. Все. Так. Не маю права на Лебединскую все. Все. То есть от подписи отказался и вперед. Да, да, да. На Лебединскую все. Все, а на Лебединскую они сами поедут уже с экспертизой. Я слідчий сумського відділу поліції. Зараз за повідомленням громадянина ми приїхали на дане місце. Громадянин вказує, що проводяться ремонтні роботи з порушенням норм. Ми составили по даному двору протокол огляду місця події. Я вам зачитаю. Без понятих цей протокол. Присутній головний інженер тепломереж, де ви присутній. Є він перший листок, а тут папер підписав. Так, підписав. Ну так, так, так. На першому аркуші. На іншому аркуші ми прочитали протокол огляду. Ви согласні з цим питати? По замірам. По замірам. Чому? Тому що рулетка використовувалася, так? Не так? Тому що рулетка використовувалася не встановлена. Не згоден і не згоден підписувати. Ми просто фіксуємо факт, що головний інженер зараз не хоче підписувати протокол, тому що вважає, що рулетка не та. Саму рулетку нам надає особа, яка звернулася з заявою. Це ця рулетка, ось ми її помістили до пакету. І ми фактично, ваша присутність... Ну я розумію, а хто значить...
это там с порушением они выполняют работу. Ну и сейчас мы типа разбираем. То есть эти первоначально поведомленные с порушением. Нет, ну как вот из чего? Норма утепления. Есть норма ДБН, по которой утепляются теплотрассы. Я посмотрел, я являюсь заявителем. Я посмотрел на то, как выполняются работы. По моему мнению. Ну что, значит, смотрите, я вам просто скажу. По моему мнению, норма не соответствует. Норма не соответствует. Это по моему мнению. Я попросил провести только замеры. Вот замеры мы провели, инженер отказывается подписать, я подписал. Так норма чего? Норма утепления трубы. Да. Утепление. Сколько слой утеплителя? Да, то есть его померили утеплитель, чтобы потом. К сожалению, они там успели зарыть. Это единственное. Просто я видела, как вы там. Да, я снимал везде, но, к сожалению, успел вот пригласить полицию и экспертную группу только на один участок. Жиночка, туда приходит не Да, там опасно, как бы. Просто вы фиксируете факт, что человек присутний и... Я просто не знаю, что там написано. По нашему хоть пошел. Вы не, хоть я, вы не я вам прочитаю, конечно. Потому что... Иди сюда, иди сюда. Что у нас вся страна не по нормам живет. Это... Ну, к сожалению, это ж ваши тарифы на тепло. Призвище имя по бочке ваше. Валентина Александровна. Что с вами Сергей Морозный? Ваше. 20 сентября 48 года. 1948. Место Сумы, да? Нет, сейчас. Проживает. В улице. Интер. Есть 128, да? 120. Вы, пожалуйста, представьтесь. Это был Ласюк. Ласюк? Да, Власюк. Просто я видела, как вы вчера хотели проверить. Ну, к сожалению, мне деваться некуда. Это единственный способ хоть как-то привести в себя. Сейчас хоть уже заровняли. Ну, они сегодня пригнали трактор, когда увидели, что делают съемки. Ну, или сами по себе пригнали, какая разница. Так, а какое утепление должно быть? В три раза толще. Вот это да, штучка? Для того, чтобы не было теплопотерь. Ну, раньше, ну порядка 7 сантиметров раньше, на каждую сторону. Я 22 года здесь живу, 22 года здесь рою. Каждый год и не один раз. Это. И всегда вот таким, вот это, стекловатые вообще. Ну, стекловато, но вопрос, они сейчас мотают минеральную вату, как бы. Проблема в том, какая толщина, понимаете? Есть нормы утепления. К сожалению, не удается им почему-то соответствовать нормам утепления. Ну хорошо, вот этот кусочек, вот там разрыли кусочек, уставили, да, вот тут да, разрыли да, кусочек. Вот там уставили. Еще у них сгнивший кусочек, они одну трубу вварили, а вторую оставили гнилую. Вы знали себе подписать протокол? Вы двоечка ставьте, подпись, да, подпись зафиксована. Вы одиночку ставьте, подпись, одиночка. Сейчас, еще подождите. Потім дивіться, на останньому аркуші зафіксовано. Під час огляду виявлено вказано в протоколі, вилучено рулетку, вон рулетка, якою міряли. Технічні засоби рулетка, переписали саму назву рулетки, є, ЄЗЖР, там 5 метрів і так далі. Проводився в день, освітлення природнє, температура плюс 20, протокол прочитаний, записано вірно? Так, так. Зайве зауваження, вірно записано? Так. Да. Ви записано вірно? Ви сумніваєтесь по замірам, да? По рулетці, да? За його зауваження. Я не по рулетці. А по чому? Я то, що роботи не закінчено. Як можна щось робити заключення, якщо роботи не закінчені? Що, роботи не закінчені? Да, можна вписати навіть в протокол. Ви вписати будете чи ні? Я пишу, да, Радько УВ, за його зауваження. Підписуєте чи ні? Ну я ж вам сказав. Не підписуєте. Лебединського освіту. Все. Так. Учасники огляду ще.
ты, Вова, негодяй. Да. Да. Вы же помните, как в юридической практике это называется. Я просто, знаешь, может на какой-то момент это прекратиться. Я не знаю, там... Это неоспоримо, ты не гоняешь. Что-то должно произойти, чтобы это прекратилось. Иначе, я понимаю, людей же тоже заставляют это делать. Это же они не сами это выдумывают. Дивіться, речку ви відмовися по ніті. Ви два отут, два отут. Так, біля двері. Просто мне нравится, как честно, там, ну и что? Я кому-то что-то должен. Ну вот именно, вот в этом вот и вся суть. Ну я кому-то что-то должен. Ну. Это же рулетку, ну, все слева. Это рулетку поместим, запечатаем для протокола. Это у вас, да, подпись. Это же от подписи протокола відмовилось, вот тут одиничка подпись. Да, подпись. Ось одиничка. Так, вы, будь ласка. Підпис на протоколі. Все, можна йти? Да, спасибо вам большое. Ви хотіли трошки ознайомитися з протоколом, можу вас ознайомити. А? Ми там обміри зробили повністю. Спеціалісту, де, ну, хто я допуск має, спускався. Обміряли з допомогою тієї рулетки. Рулетки сам громадянин. Як... Цифри такі, труби, окружність 510, окружність з утеплителем 630. Далі це все вже ведеться. 120. Ні-ні, це окружність. ПР, 2 ПР. Через радиус все считается потом. Ну, так я же и делаю. На всем, в принципе, материал в дежурную часть передаем. Хотел бы заявление снять и протокол. С протокола осмотра не фиксируется заявление, ну, тоже я особо... Ну, мне надо там, где цифры зафиксированы, снять. Мне люди не нужны. Я понимаю, но сам, ну, понимаете, я как такового вам протокол... Хорошо, давайте номер заявления тогда, который поступил. Скажите, пожалуйста, регистрацию вам скажут. И вы можете в дежурную часть и все это... Снять, поняли? Ну, да, да, да. Сразу. Все хорошо. Скажи, пожалуйста, человеку. Ну, а что это рулетка? Запомните? Да, да, да. 73-667. Обычная рулетка. Да. Нет, ну я понимаю, зачем это вы. А для того, чтобы потом ее сравнить с метрологическим засобом, насколько она правильна или неправильна, то есть какую погрешность она имеет. А потом просто соотносительно... Вдруг, знаете, вдруг там вопрос в миллиметре. Намного больше. 7 сантиметров должно быть в толщине. Да, а потом же это ж по периметру считается. Да, то есть труба должна получиться, там она 150-я, даже они сказали 159-я. Ну, будем считать 160-я, чтобы... Нет, точнее, будем считать 150-я, чтобы в их сторону считать, да. И плюс 7 с одной и с другой стороны, то есть 290. А теперь 2 ПР, то есть получается 145 на 6,28 умножить. Значит, 600, 240 должно быть больше, чем 850. Ладно, все. До свидания. Вам огромное спасибо. Все, спасибо. Давайте.